Так, кусок Игоря снимаем. Ну, не Игорь, а Игорь с каким-то монстром. Чего-то он его крошит. Да, да, закрашал он Игоря. Смотри, там кто-то в очках, видишь, черных? Активничает. Да, это, наверное. 4 года, 200 женщин. Группа. Одну женщину везде? Нет, нельзя так одну вверх. Это неправильно. Тенечки так. Отсюда снимать для меня неудобно, недалеко. Картинку вот. Первый играет со вторым занявшим. Другой первый со вторым. Вы да, другой играете. Убийца. У них группа Д уже убийца я сделал. В черных очках. Вот. Играете так, нет, со второй, нет. А первый играет. Понимаешь ты? А не так, что как я ее женщину другую воткла на второе место. Игорь, держись. 3 очка набери, отлично будет. Я сейчас хочу тебя проиграл. Ты не говори, что Натик будет или еще кто-то там будет. Хотел, не приехал. У тебя сейчас будет с кем побиться. Ты вот это, ты что, да, убийца? Нормально, там есть. У него что-то есть. Правда, понятно, чем закончится, но все равно не надейся, а то ты чуть не оступился уже во втором матче. Я что-то не знаю, но Игорь проигрывает. Это не важно. Главное, что он вышел, молодежь поучить и учит ее. Видите как? Опять гольф. Вот так. Все равно, вот есть возможность Игорь ударить, а он все равно откидывает. Вот прям. Так, это первый сет. Игорь проиграл, сейчас второй сет будем. Ждет тенечку, телефон выдержит. Далеко получилось. Ну ладно, очень страшно. 0-1. 1-1. Ах, подача какая. 2-1. А, не, она мне не перевязала. Ах, не вырезал. 1-3. Вот атака, Игорь, браво, браво! Традиционно атакой выигрывает. 2-3. А это не имеет значения, они уже никак не... 2-3-3! Они идут уже как все. Вдруг они идут в финале. Чего? Нет, а тогда дети скажут, группа А, Б, те также скажут. О чем ты нам не дал? Все скажут, что ты нам не дал? Ну так они две девчонки. Нет, они сейчас придут. 4-4. Игорь выиграет. Терпите, терпите. Ох ты, хорошо, право. 4-4. Молодец. Вот Игорь, когда справляется, вот он все понял свою задачу. Тренить надо. Парки, атаки, атаки. Один раз вернул, второй атаковал. Вот эти макароны все за стол. По-моему, 4-5, где-то так. Не спрашивай, какой счет, наверное, 5-5 где-то. Зон держит, все. Рука, которая держит телефон, уже привыкла. Тогда увидимся держит. Все. Ох, и была сам теперь. Да-да-да. Все, увидимся, да. Болтается рука. Вот, на, держи. А, мне только, давай, дай туда, а я зонтом накрыть. На связи Роман Ярослав, Петровцы. Давай, давай, король, улет. Активная съемка, оператор мобильный. Да. Купили новую тележку операторскую. Она ездит вокруг стола, снимает. Вот. Передаю а привет. Как вы счет подскажете? 7-7. Король улиц. У Игоря 7. Король улиц впереди 7-6. А вас зовут? Я не расслышал. Дмитрий Юрьевич. Король улиц. Как я только взял. Как Роман Ярославский только взял в руки телефон. Король улиц повел 8-6. Ой-ой-ой, 6-9. Вперед, вперед, Игорь.
Ты начал и бросил руку. Не води ее, доводи. Не летим. Светбол у Игорька. Да, и король улиц Гиря второй. Выигрывает. Браво, Игорь. Вот вам обзор. Браво. Для вас снимает Роман Ярославский. Передаю привет Михаилу Васильеву, Петру Васильевичу. И всему черкесскому парку. Анастасии, Оксане. И всем. Отсеточку получишь. Ой-ой-ой, Игорёчек не смог принять подачу. Ноль два. Ой-ой-ой. 2-1. Повезло. Королю улиц везет. Вот тут такая обстановочка, тут участники. Тут 6 столов. Там играют в футбол. За футболом играют в шахматы. Все это на Краснопресненской. 3-1. Игорь проигрывает. Ну там где-то, там Москва-Сити. Смотрим дальше. 3-2. Мужик только промахнулся. Все. А нет, съемка продолжается. Еще блогер телефон повис. 2-4. Игорёчек проигрывает. 2-4. Ой-ой-ой, король улиц промахивается, еще становится 2-5. Перебив тенек, чтобы сейчас блогер с телефона отключился. 5-3. Бедолаги не знают, что при пятишках должен быть переход. Но ничего. Решающий партий. 5-4. Король улиц догоняет. Ой-ой-ой, король улиц сам не атакует. Ему дали неудобно в живот. 4-6. 4-7 кричит, да блин. Пять, семь. Вот мы смотрим, король улиц. Подали мяч к королю улиц. 7-6 говорят, по-моему, 7-5. Ну ладно, молчим. Вот он наш господин. Извините, извините. Здравствуйте, товарищи учителя. Передайте привет ЧПНТ. Вот так вот подачки подают. Стоит вот так, и так и подает. Все, взял, поняли, что-то. Поняли, поняли. А я скажу, что 8-9. Не буду сбивать, спрашивать счет. По 9 кричат, услышал. Попал в край стола. 9-10, Игорька, больше. Вот он, знаменитый Сан Саныч, вернулся за сборной Германии. Проводил там турнир. Вернулся с победой. А королю улиц везет. 10-10. Дмитрий не попал в стол. Королю улиц везет. Не зря его Анастасия натренировала. Ой-ой-ой-ой-ой, Дмитрий вешает соплю. Роман Ярославский бы ругался, наверное. И король улиц рискует и по 11 делает. Браво! Оператор, который ведет этот блок. Вот вы и слышите его голос, как он кричит «Браво!». Сразу на два наших спортсмена ЧПНТ играют рядышком. Но у Игоря важные очки. 1-1, 11-11. И он промазывает. Король улиц. Как же так? С первым моим комментарием проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой.